Дим, ну очередное дерби с Ливкинским Локомотивом закончилось, наверное, более удачно, скажем, чем прошлое. Но, тем не менее, все ожидали больше. На твой взгляд, как капитан команды, чего не хватило сегодня, чтобы выиграть? На мой взгляд, банально не хватило реализации просто тех моментов, которые мы создали. Ну, трудно быть вот так объективным, но по ощущениям создали намного больше, чем они. Ну, залетел в итоге у них неимоверный гол. И у нас один гол. То есть могли забить штук 5 спокойно. По крайней мере, сегодня создавали довольно много голевых моментов, то есть все двигались, все, ну, бились. То есть, ну, чувствую, что такая от ножа был настрой, игра была. Но сегодня, я считаю, можно сказать, что нам не повезло. Потому что, ну, в предыдущих играх, скорее, где-то закономерны были предыдущие две ничьи в чемпионате. И поражение было закономерно предыдущее на кубок. Сегодня можно где-то свалить на, ну, нефарт в виде нереализации голевых моментов. Кроме нефарта, никаких других причин нет. Мастерства, там чего-то еще. Не, ну быть. Понятно, что когда ты не реализуешь много голевых моментов, это и нехватка мастерства в том числе. Ну, будем работать над этим, что я могу сказать. Ну, мы не специально бьем в штанги в перекладину, мы стараемся забить, но пока не получается. Дим, каково тебе в факеле в роли капитана команды? Какие ощущения? Пока ощущения не очень, потому что результата нет. Был бы результат, ощущения были бы совсем другие. Ну так, болельщики должны понять, что команда находится в стадии становления. Большинство ребят еще месяца не провели в этой команде. То есть все очень хотят, но пока мы только сыгрываемся. Понятно, что может быть, да, там кто-то начнет говорить, что может быть поздно там через сколько-то туров. Да, может быть поздно. А может быть мы с какого-то момента там выдадим серию, попрем. И Тула тоже в том году стартовала. Две ничьи у них было, поражение и две победы после 5 игр. Потом всех укатали и с отрывом закончили первым. Мы постараемся сделать все, что в наших силах. Дим, спасибо большое и удачи тогда в воскресенье в игре с Липецком. Спасибо.